первую очередь хочу поздравить Киевского «Динамо» с заслуженной победой. Соответственно, оценка моя такая, что результат по игре. Ребята немножко волновались, мои половина волновалась, половина не волновалась. Ну, как бы вина полностью за мной. Почему? Потому что если футболист волнуется, где-то что-то нужные слова не подобрал. Вкратце вот так вот. Ну, на следующий матч, как говорят в Одессе, за завтра будем думать завтра. Пусть они вначале отдохнут. Мы посмотрим, кто в каком состоянии, потому что там есть у нас игроки с проблемами по травмам. И уже завтра пусть они, как говорится, головой отдохнут, и уже будем разбираться. Пропустили опять же голы, пенальти. Это лотерея всегда. Забьет, не забьет. Тем более первые. Хотели первые забить, чтобы соперника надавить именно психологически, морально. Не получилось. Вы видите, сегодня очень жарко. И, наверное, на протяжении всего турнира будет так жарко. Поэтому ребята тут не только с соперником борются, но и с погодными условиями. Поэтому ребята молодцы. Вытерпели, да, были отрезки неплохие, когда хватало свежести. Где-то немножко не совсем сыграли так, как должны были сыграть. Но, в принципе, по игре, то, что первая игра, где-то присутствовало волнение, конечно же. Все-таки они еще ребята молодые, не все могут справиться с эмоциями. Поддержка трибун, все-таки с хозяевами играли. В принципе, по игре, я считаю, что сегодня было полное наше преимущество. И это все отобразилось на результате. Что Одесса все-таки прекрасное место для проведения такого здоровского все-таки турнира, финальной части Украины. Ну, еще раз повторяю, долго к этому все шли и все очень довольны. Атмосфера просто зашкаливает. Thank you.
бы не сказал, что команда тоже Карпаты, очень хорошая команда. Видно, что ими занимаются. Просто немножко своих ребят подстегнуть, что все-таки мы вышли с первого места, а Карпаты с третьего, значит, как бы получается, что мы должны быть сильнее. И следующая игра с «Динамо», и, в принципе, скоротечный турнир, и очень много зависит от первой игры. То есть, как начнешь, в принципе, то уже будет уже продолжение.